Ну и с другой стороны, когда задают вопросы, вот, а почему вот компания существует уже там 5 лет, да, и нету коммерческих проектов, то, в принципе, мне кажется, здесь просто нет понимания того, что 5 лет — это очень короткий срок для того, чтобы создать продукт и прийти к тому этапу, на котором мы сейчас находимся, когда у нас уже появляются первые коммерческие проекты. Нет, ну, там понятно, я там сам сроки называл, но я называл сроки оптимистичные, а не пессимистичные, это естественно, да. Исходя из того, что у нас будет поддержка государства, что у нас будет плановое финансирование поэтапно, да, что не будет никаких там форс-мажоров, локдаунов, там, я не знаю, пандемии и так далее, ведь в этом сценарии также. Но когда начали происходить события, даже вот Литва, они же на 2-3 года отбросили назад. Если бы это не произошло, мы уже давно бы там построили бы. И кстати, это уменьшило финансирование, потому что скандал отразился на нашей репутации. Хотя мы здесь ни при чем. По моим прикидкам, мы потеряли порядка 100 миллионов евро только на этом. Ну, только 2-3 года. Так тогда мы, наверное, планы бы реализовали. Но это же неизвестно было вначале. И несмотря на все это, посмотрите, да, как мы, да, если сравнивать с другими инфраструктурными проектами, ну, даже возьмем, я часто привожу этот пример, снова его приведу. Давайте сравним с поездами на магнитной подушке. По сложности это примерно одно и то же. Почему? Потому что и там инфраструктурный проект, и там инфраструктурный проект. Да? И там транспорт, и там транспорт. Так вот, поездами на магнитной подушке занялись в Германии еще в 30-е годы прошлого века, когда был получен патент на магнитную подушку, и Siemens занялся этим и начали работать. Потом была война, все это работы остановились, а потом после войны снова возобновились. Была постоянно тестовая трасса, всего одна, а на сколько тестовых трасс? Причем была построена только одна модель подвижного состава, а у нас сколько моделей сделано. Так? Потом они, естественно, прошли сертификацию, и была единственная продажа. Это в Китай, Шанхай аэропорт. И там построена трасса 30 км длиной, которая, естественно, не купила все вложения, потому что за эти годы было вложено 6,5 миллиарда евро. А годы эти не 5 лет, а 50 лет. Слышите? А что они так долго 50 лет делали? И почему Siemens, где 200 тысяч или там 300 тысяч человек работает? Государство в государстве. И мы стартап, который многие в микроскоп не видят. Говорят, да их там вообще там нет. Там какие-то, я не знаю, пенсионеры работают там по 500 долларов и что-то лепят из фанеры там. А в Юнибус поставили вон движок от кофемолки и колесики от тележки в магазине. Говорит, что это, разве машина? А наши машины не проще поезда на моих подушке. Они такой же имеют сложность, потому что тоже транспорт, и там транспорт. Ну и это совершенно уникальная инженерная, да, задача. Ну, они тоже уникальное дело, они же до этого тоже... Конечно, я же говорю, что это сопоставим, потому что так, и то, и другое уникальная, да, инженерная задача. В одной и той же отрасли. Да, в одной и той же отрасли. И там, и там эстакада, кстати. Да. Потом там и там надо было делать инфраструктуру и так далее, и так далее. Но я могу сказать, что мы, как инженеры, более грамотно, мне казались. У меня тоже варианты были делать магнитную подушку. Я давно это оценил, чуть ли ничего не студентам, что это тупиковое направление. Хотя все говорят, давай побежали туда, там наше светлое будущее. Почему? Потому что в зазоре теряется очень много энергии. Зазор нельзя делать большим, потому что вообще КПД будет системы очень маленький. Мы как инженеры оказались умнее и талантливее. И еще бог знает когда, наверное, 50 лет назад, там, в студенческие еще годы, я же тоже думал, каким транспорт должен быть в будущем. И тогда как раз было вот, ну, упор, и все думали, что вот будущее за магнитной подушкой, за поездами на магнитной подушке. Я тоже это анализировал и понял, еще в студенческие годы, что это тупиковое направление. Потому что в транспорте главное не то, как ты относительно полотна себя зафиксируешь, колесами, воздушной подушкой там или магнитной подушкой, а главное аэродинамика. То что мы живем в атмосфере? Мы не на Луне, где вакуум. И при больших скоростях, там 300 км и выше,
основные потери в аэродинамике. А как ты относительно полотна, это уже не важно, это второстепенно. Надо сделать хорошую аэродинамику. Так вот, магнитная подушка убила всю аэродинамику, потому что там появилась юбка паразитная, да, которая зашла под балку, которая дала маленький зазор, потому что нельзя большой зазор, иначе там вообще вот такие потери, это же магнитное поле в зазоре-то теряется. Но оно выглядит даже так, что понятно, что там аэродинамика не очень высокая. Да, так там они сделали по эффективности хуже, чем самолет. Угу. Так в чем же будущее? В том, что она менее эффективна, чем самолет? При меньших скоростях, чем у самолета. Так я это понял как инженер давно и не пошел по этому пути. А мой анализ показал, что самое эффективное до скорости там, до 1500 км/ч, так я давно-давно этот анализ сделал. Стальное колесо, не пневмомашина. Потом Бугатти, там же пневмомашина и низкая посадка, и идет плохая, ну, неравномерная обдув воздухом при движении, и там снизу уплотнение получается, завихрение, и сзади выходит там турбулентность, и возникает большое сопротивление, вообще при больших скоростях автомобиль может перевернуться, да, потом ставят антикрыло. Угу. Поэтому в Бугатти, например, очень плохая аэродинамика на самом деле. CX, это коэффициент аэродинамического сопротивления, 0,42 с антикрылом, да, а у нашего Юнибуса, который мы продували, 0,06, в 7 раз лучше. Так естественно, у них в Бугатти, где два человека едет, и скорость 430 км/ч, не 500, 430, 1500 лошадиных сил мощного двигателя. А чтобы было 500 км/ч, для Бугатти нужен двигатель 3000 лошадиных сил, чтобы вести двоих человек, да? Я это давно понял, и поэтому я сделал уникальную аэродинамику. Продукт это десятки раз мы в Питере продавали на Рубине. У них хорошая аэродинамическая труба и запатентована, поэтому я могу говорить об этом, да? И это лучшая аэродинамика в мире. Но это же мы сделали, не немцы, ну, не Siemens. И не и за они, 50 лет, что важно. Не за 50 лет. И они, допустив вот эти инженерные ошибки, то есть по оптимизации, я не говорю, что они глупые, нет. Оптимизация – это не ум, это нечто другое. Понимаете, это другое нечто. Надо уметь вот, комплексно мыслить, системно мыслить, да, и уже так складывать систему, чтобы она была синергия. Там у них наоборот, один элемент ухудшал другой, тот ухудшал третий и так далее, и там обратный процесс произошел, да. И более того, за то, что они такую систему сделали, они допустили аварию. Да. И погибло 23 туриста. Страшная была авария. Да, авария. А там причина простая, потому что зазор маленький, а если снег выпадет, а если там лужа будет и замерзнет вода на балке, на это лед будет, или веточка упадет, это же зазор маленький, это же авария будет, все погибнут. Так они сделали чистящую машину, которая чистит балку, полотно каждый день, да? И я не понимаю, как можно было такую систему управления сделать, когда однопутная трасса, одна и та же компания. С одной стороны, поезд посадили туристов и сказали, сейчас поедете по этой замечательной дороге, будете любоваться природой с высоты птичьего полета. А с другой стороны, поехала машина, которая чистит полотно. И как эта система управления не поняла, что они едут навстречу друг друга по однопутке. И они столкнулись на скорости, по-моему, 170 км/ч. Все погибли. У нас такого быть не может, потому что у нас не надо чистить полотно. И тем более она встречу пускает. Зачем? Она самоочищаема. Потому что стальное колесо не боится льда. Я-то еще в озерах убедился. И даже пари выиграл. Ящик коньяка, правда, это, там были спиртовые, но они мне почему-то его не поставили. Да? Или не доставили там с Нью-Йорка. Так. Да, потому что когда... А там же трасса, она наклонная. И наклон 1:10. Кстати, трамваи максимальный уклон 1,9. Угу. То есть это больше, чем максимально допустимо на этом, для трамвая. И мы зимой наморозили на рельсы, там рельсы были трубы стальные, лед. Ну, поливали водой и намораживали. Ну, сантиметров 5. Льда наморозили,
А там еще снег выпал, там шапка льда, снега еще. Вот рельсы, а там вот лед, а потом шапка снега. И первый раз машина стоит здесь, собрались эксперты, они приехали. Я решил подниматься. Я первый раз, я тоже, ну, я был уверен, что все будет хорошо, но я не знал. Mm-hmm. Это было первое испытание такое. И они говорят, да не поедет. Я говорю, слушайте, а давайте пари заключим. Хотя для меня это было первое испытание. Но я понимал, что произойдет. Колесо, сталь по стали, дает напряжение больше 1000 килограмм на квадратный сантиметр. Лед не выдерживает. Поэтому первое же колесо раздавливает лед до касания сталь по стали. И лед улетает. Поэтому эти эксперты убегали, боялись, что там кусок льда им по башке даст. Они убегали и так далее. Ну и что-то снимали еще, естественно. А почему это в этом транспорте, где автомобильном это не происходит? Потому что в пневмомашине давление, ну, максимум 5 атмосфер, максимум. Значит, давление на лед максимум 5 килограмм на квадратный сантиметр. Mm-hmm. А лед такое напряжение выдерживает. Более того, снег уплотняется, превращается в лед. А резина по льду, это как конек. Я не знаю, если кто-то ходил, это как на коньки фактически, если... То есть там нет трения вообще. Я думаю, что многие ходили. Подошва обычно делается из резины, каждую зиму... Ноги ломают и так далее, да. Поэтому в резине-то не стоит ходить, да. И поэтому, если даже небольшой бугорок, автомобиль съезжает. И сколько аварий из-за этого происходит, да. У нас этого не будет. Потому что инженер правильно все спроектировал. Вы вот говорили, мне вот показалось, что во многом вот Siemens, они очень сложную многокомпонентную систему создали, и, вероятно, это был один из факторов, приведший вот к этой жуткой катастрофе. А в трудном транспорте же наоборот, насколько я понимаю, принцип к тому сводится, чтобы сократить количество элементов. Нет, это не так. Нет, один из моих критериев... Минимализм, то есть. Да. Об этом. Эстетичный, конструктивный минимализм. То есть я на первое место ставлю все-таки эстетику. Но на инженерная эстетика. То, что, о чем говорил Туполев, что красивый самолет хорошо летает. А хороший самолет красив. А не тот, который разукрашен дизайнером. Да? Поэтому вот, инженерный, вот, эстетичный, конструктивный минимализм. Да? Поэтому, естественно, минимум, так это есть. Понимаешь, когда ты там скульптор делает там, статую из гранита, он же отсекает лишнее. Так надо уметь отсечь лишнее, не повредив то, что там внутри потом будет. А то можно отсечь и будущее ухо, и нос там, и еще, да еще руку. Да? То есть надо это же уметь делать. Так это и есть оптимизация. Уметь убрать лишнее и найти синергию. Это непросто. И я уверен, что они не делали, допустим, в Siemens вот тот анализ, который я сделал студентам еще. Потому что мы отличаемся, наше мышление отличается от их мышления. Даже то, что у нас огромная страна, у нас этот космизм есть, вот это вот, понимаете, если бы я жил в маленькой стране какой-нибудь, там, не знаю, в Швейцарии, да какие бы это мысли о космосе были, об чем вы говорите? Я бы никогда этого не нашел, естественно, и транспорта ничего не придумал бы. Я думал, как там часовую мастерскую открыть часы, или банковское какое-то дело, потому что все тут вокруг на этом зарабатывают, да? А не об этом, да, думал бы. Поэтому и воспитан так, и получил образование соответствующим образом, да. Мне вот тут вспомнился просто вот эпизод недавно буквально произошедший, когда речь зашла о том, что необходимо сделать некое приспособление для диагностики путевой структуры. И, собственно, вы мгновенно отреагировали тогда, сказав, зачем вы это делаете, ребята? У вас же по путевой структуре движется транспортное средство. Пускай оно едет и, значит, снимает показатели. Собственно. Ну, конечно, так и это с самого начала и планировалось, и говорилось, но, тем не менее, конструктор это забывает. Он хочет что-то свое придумать, какой-то набалдашник никому не нужный, который потом еще создает аварию, как эта чистящая машина. Путь должен быть чистым, ничего не должно быть лишнего. Только те машины, которые ездят. Все. Global Star Club.
Возможности безграничны.